день, добрый вечер, уважаемые коллеги. Начнем нашу послематчевую пресс-конференцию. Представляем главных тренеров, игравших команд Дмитрий Анатольевич Щетинин, хоккейный клуб «Динамо Казань», и Эдуард Александрович Саксонов, хоккейный клуб «Старт». И по традиции, наверное, сначала поинтересуемся мнением о матче, общими впечатлениями. Далее ваши вопросы. Пожалуйста. Я думаю. Да. Ну, довольно интересный получился матч, и не хочу подробно его комментировать, просто хочу сказать, хочу поблагодарить моих ребят, команду всех без исключения, то, как мы сыграли в таких условиях, ну, мы, наверное, может, где-то перешагнули какой-то, не знаю, для себя, какую-то новую высоту, скажем так. Результат, да, результат отрицательный, но по содержанию игры, по желанию, по самоотдаче, по определенным моментам, скажем так, то, как мы себя повели в этом матче, в общем-то, претензий нет никому абсолютно, более того, достойны всякой похвалы. Все? Да. Эдуард Александрович, ваше мнение. Мы ждали «Динамо Казань», знали, как она последние матчи провела команда, отзывы, то есть совершенно другая команда, нежели та, которая начинала чемпионат. Поэтому, тем не менее, мы построили тактику на первый тайм, ее пришлось очень срочно менять. Здесь коррективы внес, конечно, погодные условия. Плюс ко всему, повторюсь, очень хорошей скорости показывала команда «Динамо», и по ходу первого тайма пришлось перестроиться. К счастью, ребята все быстренько уловили, то, что мы их попросили сделать. Считаю, что в обороне сыграли очень цепко, хорошо, поэтому свои моменты использовали. Поблагодарили ребят, и очень здорово, что дебютировал так удачно в составе у нас Вячеслав Швецов. Забил 2 гола. Это, я думаю, у него это лучшее, что может быть в дебюте, в дебютной встрече. Поэтому в дальнейшем, дай бог, чтобы удача ему сопутствовала. Я думаю, что он нам в дальнейшем принесет огромную пользу и остроту в завершении атак, чего нам иногда не хватает. А так, всем ребятам огромное спасибо за проделанную работу. Дмитрий Анатольевич, игрой Александра Гаврилова вы довольны? Вы хотите про этот конкретный матч? И про этот матч, и в сезоне вообще. Однозначно, да? Однозначно доволен. Но если взять этот матч, все-таки Саша его провел. Очень старался он. Но были ошибки технического плана. Как бы, ну, он у нас играет практически без замен. То есть, наверное, есть какие-то, наверное, приходят иногда моменты, да, когда случаются подобные ошибки. Претензий к нему нет абсолютно. Более того, он у нас можно его даже как бы причислить и к ведущим игрокам. Если вопросов нет, поблагодарим тренера.